Участников перелета Hulk & Gull 75 наградили в Москве памятными медалями. Мероприятие прошло в обществе российско-монгольской дружбы. Помимо частных пилотов, на награждении присутствовали представители компании «Округ» и «Авиакоминфо». За счет привлечения этих спонсоров вопрос с летной формой и ее оформлением, а также аэронавигационным обеспечением были успешно решены. Авиационное путешествие оставило след не только в сердцах его участников, но и было призвано оказать влияние на судьбу малой авиации Монголии. Теперь местные руководители своими глазами увидели, как быстро и удобно можно перемещаться по степным просторам. Перелет совпал по времени с визитом в Монголию президента России. Таким образом, аппараты ООН оказались на одном перроне с большим литерным илом. Пилоты специального летного отряда отнеслись с уважением к маленьким собратьям и запуск и руление выполняли очень аккуратно.